Біг заради життя. Подолати дистанцію в 5 кілометрів за годину і допомогти дитині. У Дніпрі збирають гроші на оклюдер і операцію 4-річному Тимуру Домолеги. У хлопчика порок серця, благодійний забіг запланований на 25 червня. На нього записались вже понад 300 осіб. Взяти участь може кожен. Для цього необхідно до суботи здійснити онлайн-реєстрацію. Стартують спортсмени від Соборної площі о 19 годині. Показать свой личный результат, принять участие в настоящем спортивном соревновании, в то же время замечательно провести воскресный вечер в компании позитивно настроенных, позитивно мыслящих спортивных людей. Хорошая, приятная трасса и ваш личный вклад в благотворительность. Для проведения этой операции, которая будет осуществляться в Киевском детском кардиоцентре, кандидатом медицинских наук доктором Андреем Витальевичем Максименко, эта операция будет бесплатная, нужно купить будет оклюдер только, и будет она проводиться эндоваскулярным методом, то есть не будет открываться грудная, не будет, да, грудная полость открываться.